Маргарита Симоньян очень расстроилась от того, что больше не посетит Херсон. Who's boss? Прислали вот такую шутку. Херсон переименован в Херсним. Я не знаю, кому-то это смешно. Мне не смешно вообще. Вы не поймете. Че не смеетесь? Не смешно! Не поняли, да? Это Россия! Судя по качеству юмора, я даже знаю, кто автор шутки. Напоминает мне разговор юридической консультации, когда бабушка приходит, говорит адвокату, имею ли я право? Он говорит, имеешь, бабушка. Она, ну нет, я хочу спросить, имею ли я право? Да имеешь. Ну, могу я или нет? Нет, бабка, не можешь. Ты лучше скажи спасибо, что не Лаврова в трусах скинул. Я много говорить о Херсоне не буду, потому что я многого не знаю. Как? Странно. Я думал, говорить о том, что ты вообще не знаешь, это как раз твоя профессия. А вот кто хотел и кто с нами в России, а мы по выборам, по референдуму помним, что таких подавляющее большинство, и кто не смог уехать, я даже не знаю, как передать вам свое сочувствие и горечь и горе. Ой, Марго, лучше оставь свою горечь для российских мобиков. У них еще целая зима, горе впереди. Как раз твое сочувствие понадобится. Сочувствие? Потому что 30 сентября мы включили Херсон обратно в Россию. Слушайте, мне кажется, Конституция России – это как СМС-ки бывшей. Ну, ты ночью по пьяни что-то там написал. Раз, два, три! Утром на трезвую хочешь все удалить. Предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. А поздно, а раньше надо было. Уже все прочитано. Мы не можем отдать врагу врагу кусок России вместе с людьми, которые там живут. Поэтому мы должны и обязаны вернуться. Так какое еще туда вернуться? Марго, ты что такая жадная? Ну, хорошо, не успела украсть херсонского енота при отступлении. Я не знаю, кому-то это смешно. Мне не смешно вообще. Так, почему всегда все на мне? Остановись, сделай выводы. И пораньше выезжай в Крым. Там тоже зоопарк есть.